Это первенец Крыма среди юношей, посвященный памяти Геннадия Борисовича Корецкого. Раньше мы проводили турнир Корецкого республиканского значения. Сейчас мы подняли статус и провели его в формате первенства Крыма среди юношей. Это отборочные соревнования на спартакиаду школьников России. Приехало 14 городов и населенных пунктов, всего 18 команд. Уровень спортсменов здесь достаточно приличный, потому что отборочные соревнования всегда тянут за собой ответственность. Находясь на этих соревнованиях, я чувствую огромную благодарность его ученикам, которые оценили, поняли, что для них был, значил Геннадий Борисович, как тренер, как наставник, как друг. Спорт и воспитание молодежи, я считаю, что это основная наша задача, потому что за этими детьми, которые сейчас учатся, занимаются в кружках, спортивных секциях, это будущее нашей страны. Поэтому, если на них не обращают внимания и не занимать их свободное время, они займут сами себя.